Приветствую всех поехавших любителей металлопоиска. Сегодня 17 июня, время 9:30. И гоним на очередной велокоп. Уже 16-й по счету. Напоминаю, под каждым видео я оставляю ссылки на свои лоты. Если вас что-то заинтересовало, пишите мне в личку ВКонтакте. Конечно, не хочется продавать, но что делать? Чтобы развивать тему велокопа, требуются большие ресурсы. Сегодня едем на другое место. Место избито, конечно. Но, может быть, будем надеяться на удачу. Шурфанем, насколько есть сил. Сегодня жарище вообще стоит жуткое. Ну, красота, блин. Продолжаю добираться до места. В теньке остановился. Ой, водички попить. Классно. Да, зашибись сегодня. Если бы не жара только. Там на поляне тенька-то нету, блин. Ни одной березки. Здесь пока отойти немножко. Ладно, едем дальше. Подходим до места. Да, блин, жарища вообще жуткая. И ветровку-то не снять, блин, комары даже заедят. Так, добрались до места. Да, травища тут поднялась тоже, блин. Ну, коров гоняют местами нормально. Что ты, блин? Сейчас с пятнашечкой по окраинам пробегусь. Если нифига, то шурфить продолжу. Ладно. Итак, вот наши драгоценные запасы воды. На поляне нет ни березки, ни теньки, ни тени, ничего. Сейчас полчаса ходим, вода накаляется, ее пить будет невозможно. И маленькая велокопольская хитрость. Закапываем бутылку. И вода будет прохладная. Несмотря на то, сколько мы ходим. Вот, накрываем дерном, идем искать. Поменял катушку, 6/10 поставил, нафиг. Вообще по верхам неохота ходить, травище, блин, здесь жара. Еще больше сил потратить, чем на шурф, по-моему. Так что пойду шурфить, нафиг оно надо. Сейчас чайку примем немножко. Ой, и приступим. Итак, шурфим.
Продолжаем шурфить. Первый сигнальчик. Ой-ой-ой, жарко, блин. Ну и жара, блин, ёпарасоты. Что-то есть. Гильзач. Фиг с ним, что. Есть цветной сигнал. И то хорошо. Фу, блин, жарище вот это да. Фу. Но тем не менее. Еще какой-то сигнал из шурфа. Так, так, так. Конина. Конинка, блин. Передохнуть надо пойти, блин. Ладно. Да, блин, жарище вообще жуткое. Ни тенька здесь на поляне, ничего нету. Я вот что соорудил, короче, поставил велик. Травы его закидал. Чтоб, короче, посидеть, чайку попить. Пойдет. Ладно, сейчас передохну, да продолжу. Итак, шурфлю. Еще какой-то сигнал. Ну что-то, блин, на монету не похоже. Опять какая-то конина. Походу. Ну точно, пуля, блин. Ладно, ищем. Итак, продолжаю шурфить. Ну все, есть перегной. Керамика всякая, блин. Вот. Кости, стекло. А самое главное, березовая кора. Все указывает, что живое было что-то. Но монет пока нету. Сейчас кольцо поднял. Так. Вот такая заготовка под кольцо и гильзу, короче. Но должно что-то выпасть все равно, не может быть такого, чтобы ничего не было. Такой перегной прям хороший. На втором штыке идет. Под дерном, считай. Ладно, сейчас водички попью, да продолжу. Блин, жара вообще жестокая. Фу, блин. Нафиг, короче, я собираюсь до дома и гоню. Жарище вообще невозможно. Вот, керамика, все есть, блин. Монет нету, блин, да что такое, а? Вообще ничего нету. Фу. Ладно, надо быстро собираться и ехать. В лесу, блин, посидеть по дороге, то я сейчас все уже. Ладно, все. Фу, еду до дома, короче. Да, сейчас нечего делать на полянах таких, где нету тенька. В леса надо переходить. Я еще хотел сегодня утром, думаю, может быть, в лесок по совету сгонять. Что-то меня дернуло сюда, блин. Ну ничего, бывает и такое, и не раз. Не будем отчаиваться, как говорится. В следующий раз фартанет. От этого никуда не деться. Едем. Лесу, на маслята уже пошли. Надо бы сгонять, посмотреть как-нибудь. Сейчас уже сил нету.
классно на природе. Красота, блин. Едем дальше.